Мне кажется, не записывает. Жители каждого квартала составляли список того, что, на их взгляд, в первую очередь необходимо для совершенствования территории. По меня не видно, но там очень крутая песня. Я пробираюсь через велосипед, вы сейчас обалдеете, какая песня. Вассерман, потанцуйте, пожалуйста. Она была утренней пташкой. Итак, если что, Арина прекрасный человек, Ариадна тоже вообще блеск. Я вчера не была пьяной, все, что вы видели, это мы не пьяные. Они просто любили веселиться. Все драмы я на корню просто прерываю. Ух ты, какой красивый. Посттусовочное настроение. Slow zoom, oh my god. Ля белиссимо, ля грация. Вау. Посыла очки, а этот очков тоже ничего как-то не вижу. Восхитительно. Просто помню. Мне удачно, да. О, вау, о, вау. Плохо. Летняя веранда. Крайне занятый день, потому что начался он еще вчера ночью, когда мы тусовались и легли спать не только в 6 утра, и только в 10 утра проснулись, это 4 часа сна, и из-за этого наши тревожности, наши капиталистические замашки о том, что нужно быть продуктивным, не работают. Они такие: у нас сегодня выходной, поэтому мы целый день просто жили, не парясь. И это так классно, но тем не менее... Делаем немножечко работки, потому что это никто не отменял. И потом, по идее, у нас будет еще один выход в свет. Вот, поэтому вот такой вот день. Очень интересный, очень необычный. Дождливый, но классный. Мосье. А чья это квартира? Не знаю, ты такой хороший кот, ты такой хороший кот, ты такой хороший. Просто пташка. А хочешь, мы откроем окно? Да. Будем в восторге. Сейчас эта бутылка открыта или закрыта? Открыта. Сейчас, подожди. Она закрыта. Сейчас она закрыта. Окей. А сейчас бутылка открыта или закрыта? Закрыта. Закрыта. Открыта. Раз, два, три. Должно быть четное количество. Давайте чуть пошире, чуть пошире. Раз, два, три. Раз, два, три. Треугольник. Раз, два, три. Доли! Победа! Три из трех. День рождения человека. Winner! Теперь оно в два раза будет.
Что ты загадал? Знаете, у меня сейчас такой период в жизни, когда все очень сильно меняется, и я не могу просто позволить вещам меняться. Мне нужно сначала все анализировать, все вспоминать и сравнивать. И сейчас очень меняется мое настоящее, и мое будущее крайне неопределенное, непонятное. Поэтому я смотрю теперь часто в прошлое, вспоминаю, как было и как теперь, и реально замечаю прогресс. У меня сейчас тот образ жизни, о котором в начале своей жизни в Петербурге я могла только мечтать, в принципе, и мечтала. Вот. Тогда у меня было в Петербурге лишь, наверное, пара друзей, и большую часть холодного времени я проводила у себя в комнате. И это не было совсем плохо, наоборот, у меня с собой наладились очень чуткие отношения. Ну, как только я там чувствовала себя как-то странно, неплохо, я знала, какие меры нужно предпринять, чтобы мне стало лучше. Сейчас же это сложнее гораздо, потому что я наедине с собой все меньше и меньше времени нахожусь. И очень просто, на самом деле, уйти настолько в это общение с людьми, что на себя просто уже не хватает сил. И вот, как правило, после такого общения, очень обильного, я восстанавливаюсь очень долго. И это я веду к тому, что самой с этим справиться крайне сложно, возможно, но сложно. Поэтому так круто знать, что к тебе может любую минуту прийти на помощь правильно подобранный специалист. Для этого существует чудеснейший сервис психологической помощи «Ясно». Из тысячи работающих специалистов ты точно сможешь найти себе того самого, с кем у тебя выстроятся супер доверительные отношения. Чтобы это случилось, просто заполни анкету на сайте, и уже через пару дней сможешь пройти 50-минутную консультацию по видеосвязи. Если у вас есть какие-то ко мне вопросы о моем опыте в психотерапии, в которой я нахожусь уже пару лет, то ссылка на видео, где я подробно об этом рассказываю, будет в описании. Также, как и промокод в 20% при регистрации на сервисе Ясно. Очень ценю каждого из вас и очень хочу, чтобы вы были в балансе с собой как в компании громкой с друзьями, так и наедине с самим собой. Потому что это очень важно. Я вообще без ума, как каждая рекомендация, которую я делаю в видео, так или иначе переплетается с самим видео и совершенно не специально. То есть это некий такой баланс между мной и вселенной, и бизнес-делами. Вот. Это очень радует. А вообще, да, я на полном серьезе, что сейчас очень много перемен, и ваша поддержка мне просто сейчас необходима, поэтому спасибо большое. Если вам также необходима поддержка, то вы знаете, к кому за этим можно обращаться. Дождливый Петербург во всей своей красе сейчас у меня за окном. Хотелось вам что-нибудь рассказать. Вчера был чудесный день. Мы отдыхали в какой-то части дня от нашей тусовки, которую мы устраивали. И также вчера приезжали чудесная пара, которая жила в моей комнате до меня, и у Толи было день рождения. И потом мы сидели просто в Редраме на Некрасова и хорошо проводили время. Вот, и поскольку мы 2 дня подряд тусовались, я понимаю, что я сегодня хочу быть только с собой, общаться только с собой и говорить только с вами. Без шанса, что вы меня сейчас встретите, потому что у меня нет сил на беседы. Монологи супер. Я сейчас планирую выложить видео рум-тур на канал, поэтому, если вы его еще не видели, посмотрите. Я старалась над началом. Очень оно, очень оригинальное. Вот. А потом, возможно, я пойду в секонд-хенд. Of course! Такой денечек. Домашний, all by myself, you know. Очень много ветра. Вообще, я хотела по-быстрому сказать, что очень важно иметь дело, которое вас наполняет и которое вы можете делать в одиночку, чтобы в такие дни
после тусовок, после общения с семьей и так далее, вы могли просто заняться этим с точностью, быть уверенным, правда, нужно быть, что вы не подействуете себе в ущерб, что это точно будет то, что вас наполнит, вас порадует. Для меня это кофейня, там какие-то свои делишки, а потом секонд-хенд. Вот. Меня видно? Мяу. Мяу. Вот такой вот уловчик. Вау. В общем, вот такой момент. Очень классно будет с кожанкой и с моими бордовыми ботинками. Вот эту вещь я взяла в последний момент. Я ее даже не мерила. Это просто такая маечка-жилеточка, можно сказать. Она очень приятная, она такого бледно-охрового желтого цвета. Это мои сегодняшние улов. И все это мне обошлось в 1600 с чем-то. Короче, болтаем с Полиной в Телеграме по видеосвязи и обнаружили вот эти вот эмоджи такие. А что это за эмоджи такие странные? Короче, Поля, написано, если эмоджи на моем и на твоем экране одинаковые, в точности, типа, все четыре, то это значит, что на 100% наш с тобой видеозвонок защищен, и его никто не подслушивает и не смотрит. Ну, типа, никакие там ФСБшные шпионы, вот это вот все, понимаешь? Ну, такая подборка, конечно, странная. Да, на самом деле. Я сначала думала, что это ты сама поставила, как-то, типа, назвала наш видеозвонок таким образом, я такая, вау.